Добрый день, уважаемые дамы и господа. Я Геннадий Кацов. Приветствую вас в нашей программе, в которой мы рассмотрим основные темы, отмечаемые нашими газетами сегодня. Губернатор Северной Дакоты Даг Бергам заявил о выдвижении своей кандидатуры в президенты от республиканской партии. Спикер Палаты представителей Кевин Маккарти столкнулся с противодействием правых республиканцев, обвинивших его в нарушении соглашения, благодаря которому он был избран на пост главы палаты. Активы американских клиентов криптовалютной биржи Binance Holdings Inc. на общую сумму около 2 миллиардов 200 миллионов долларов могут быть украдены основателем Binance Чанпеном Джао. Компания Apple приобрела стартап в сфере AR-технологии Mira, который является партнером вооруженных сил Соединенных Штатов Америки и японской игровой корпорации Nintendo. 2 человека погибли, еще 5 получили ранения в результате стрельбы на кампусе Университета Содружества Вирджинии в Ричмонде. Причина этой стрельбы пока неизвестна. Юноша из штата Айова попробовал заказать убийство 7-летнего ребенка, но был остановлен полицейскими. Женщину во Флориде застрелили якобы из-за ее конфликта с соседкой, недовольной поведением ее детей. Сердце пожарного Дэвида Харта остановилось на 5 минут прямо на работе. Это у него уже 8-й инфаркт. Ну, в общем, жив. Федеральный судья дал Министерству внутренней безопасности США время до 13 июня, чтобы решить, как оно будет рассматривать запрос аналитического центра по деталям получения американской визы принцем Гарри. Дым от лесных пожаров в Канаде распространился по обширной территории Соединенных Штатов Америки. Это ряд штатов, близких к Нью-Йорку. Ну и в штате Нью-Йорк тоже большие проблемы с загрязнением воздуха. Мы об этом знаем и видим, собственно говоря, уже не первый день. Еще на несколько дней, обещают метеорологи, такая ситуация продлится. Когда вот этот смог, он просто-напросто не дает возможности солнечным лучам пробиваться к земле. Отсюда вот такое все желтый какой-то смог вокруг и запах таких горящих в камине головешек, оставленных, вернее, в камине. Ну, в общем, это еще на несколько дней. Сторонники конспирологических теорий нашли свидетельство путешествий во времени на фреске 1937 года. Бывшее жилье известного рок-музыканта Рода Стюарта выставили на продажу у нас в Соединенных Штатах. Аргентинский нападающий Лионель Месси объявил о переходе в клуб из клуба европейского в Интер Майами, в американский клуб. 75-летний американский актер, бывший губернатор штата Калифорния Арнольд Шварценеггер рассказал в интервью о жестоком детстве из-за отца-нациста. В возрасте 76 лет скончался американский легкоатлет Джим Хайнс. Дамы и господа, эти темы мы и рассмотрим в нашей сегодняшней программе. Губернатор Северной Дакоты Даг Бергам заявил о выдвижении своей кандидатуры в президенты от республиканской партии. Бывший руководитель компании по производству программного обеспечения Бергам практически неизвестен за пределами своего штата, и свою предвыборную кампанию он начнет с сильным отставанием от таких соперников, как бывший президент Трамп и губернатор Флориды Рон ДеСантис. Бергам подал документы на выдвижение своей кандидатуры в Федеральную избирательную комиссию и сообщил в Твиттере, что сделал официальное объявление в среду. В видеоролике о своей предвыборной кампании Бергам рассказывает о своем детстве в сельской местности Северной Дакоты и о том, как он стал основателем компании по производству программного обеспечения, а затем губернатором, который сократил бюрократические проволочки и налоги в штате. Как и многие другие губернаторы-республиканцы, Бергам подписал законы о запрете абортов и ограничении прав трансгендеров. Но в отличие от многих губернаторов-республиканцев, он призвал Северную Дакоту достичь углеродной нейтральности к концу десятилетия, хотя его стратегия предполагает улучшение технологии улавливания углерода, а не ограничение на использование ископаемого топлива. Напомню, что на этой неделе о выдвижении своей кандидатуры на номинацию в президенты от республиканской партии заявили бывший губернатор Нью-Джерси Крис Кристи и бывший вице-президент Майк Пенс.
Спикер Палаты представителей Кевин Маккарти столкнулся с противодействием правых республиканцев, обвинивших его в нарушении соглашения, благодаря которому он был избран на пост главы Палаты. Во вторник группа законодателей республиканцев, около 10 человек, сорвала, объединившись с демократами, попытку республиканцев в Палате представителей заблокировать новые экологические нормы в отношении бытовых газовых плит с целью провалить эту меру в контролируемой республиканцами Палате. Команда Маккарти в среду утром запланировала голосование на вечер, а затем его отменила. Маккарти сказал журналистам, что надеется продвинуть законопроект о газовых плитах после продуктивного обсуждения с консерваторами, но не дал никаких гарантий. Во вторник представители вышеуказанной группировки обещали использовать процедурные механизмы в ходе других голосований, если Маккарти не согласится на их условия. Эти законодатели были среди тех республиканцев в Палате представителей, которые выступали против избрания Маккарти спикером в январе, пока он не согласился на уступки. Всего 71 республиканец, включая приверженцев группировки, выступил против компромиссного закона о потолке госдолга, принятого на прошлой неделе. Они утверждают, что Маккарти не осуществил обещанного сокращения расходов. Активы американских клиентов криптовалютной биржи Binance Holdings Inc. на общую сумму около 2 миллиардов 200 миллионов долларов могут быть украдены основателем Чанпеном Джао, предупредила комиссия по ценным бумагам и биржам SEC. Комиссия обратилась в суд с требованием временно заморозить эти активы. В понедельник SEC предъявила Binance и Джао обвинение в 13 случаях нарушений правил работы с ценными бумагами. Джао и Binance обладали полной свободой действий в отношении активов клиентов на миллиарды долларов, говорится в заявлении SEC. Юристы комиссии утверждают, что американское подразделение Binance.us не предоставило четкой информации, кто именно контролирует активы клиентов биржи. У Binance нет официальной штаб-квартиры, а Джао скрывает свое местонахождение. По данным СМИ, он проживает в Объединенных Арабских Эмиратах. Компания Apple приобрела стартап в сфере AR-технологий Mira, который является партнером вооруженных сил США и японской игровой корпорации Nintendo. Об этом сообщает издание Verge, ссылаясь на пост гендиректора Mira Бена Таффа в Instagram. Сумма сделки не раскрывается, но, по данным Verge, рыночная стоимость Mira оценивается в 17 миллионов долларов. Источники журналистов сообщили, что раньше обсуждаемый стартап был связан с бывшим дизайнером Apple Джонни Айвом. Одним из главных продуктов Mira является гарнитура дополненной реальности Prism Pro. У компании есть контракты на поставку данного оборудования с ВВС и военно-морскими силами США. Последние заплатили Mira около 702 тысяч долларов. The Verge считают, что Apple прервет партнерство Mira с военными после слияния. Другим крупным клиентом Mira является компания Nintendo. Она закупает у стартапа AR-гарнитуры для аттракциона Mario Kart в своих тематических парках в Японии и Лос-Анджелесе. Verge пишет, что в рамках сделки Apple переманила к себе по меньшей мере 11 сотрудников Mira, и Apple не подтвердила поглощение Mira, но отметила, что регулярно приобретает небольшие компании. Два человека погибли, еще пять получили ранения в результате стрельбы на кампусе университета Содружества Вирджинии в Ричмонде, после того, как там прошла церемония вручения дипломов старшеклассникам. Об этом сообщили представители полиции. Временный начальник полиции Ричмонда Рик Эдвардс сообщил на пресс-конференции, что под стражу взят один подозреваемый, про которого сообщили лишь, что это 19-летний юноша. Подозреваемому грозят обвинения в убийстве из двух пунктов, сообщил Эдвардс. Власти полагают, что подозреваемый знал, по крайней мере, одну из жертв, сказал Эдвардс. Погибшие были идентифицированы как 18-летний юноша, который только что выпустился из школы, и 36-летний мужчина, который присутствовал на церемонии, сообщил Эдвардс. Все пять раненых – мужчины в возрасте от 14 до 58 лет. Мотивы стрельбы не ясны. Юноша из штата Айова попробовал заказать убийство 7-летнего ребенка.
но был остановлен полицейскими. Инцидент произошел в штате Айова. Там арестовали 17-летнего молодого человека, который оставил все возможные личные данные, принадлежащие 7-летнему ребенку, на пародийном сайте для поиска киллеров. Обычно там публикуются фальшивые отзывы на наемных убийц, а также размещаются шуточные заказы. Но иногда сайтом пользуются люди, оставляющие реальные запросы, что однажды уже привело к аресту 21-летнего военнослужащего. Он попытался зарегистрироваться как киллер и найти себе нелегкую работу с помощью этой интернет-страницы. Ну а в этот раз администратор сайта передал запрос юноше властям. А полиция установила личность ребенка, для которого попытались заказать наемного убийцу, а также заказчика, с которым затем связался офицер под прикрытием. Позже подросток был арестован, так как файлы с его мобильного телефона позволили властям убедиться в том, что угроза малолетнему была достоверной. Ну, ни маленькому мальчику, ни членам его семьи не было известно о какой-либо потенциальной опасности. Подозреваемому предъявлено уголовное обвинение в подстрекательстве к совершению убийства при попытке организации преступления. Его дело уже передано в суд по делам несовершеннолетних, но полиция все еще занимается расследованием. Женщину во Флориде застрелили якобы из-за ее конфликта с соседкой, недовольной поведением ее детей. Об этом рассказывает Fox News. Инцидент произошел в штате Флорида. Местная жительница погибла в начале июня в результате выстрела во входную дверь, произведенного ее соседкой. Она была срочно доставлена в больницу, но вскоре скончалась. Власти уверены в том, что мотивом для убийства женщины послужила, как было сказано, соседская вражда. Погибшая вступила в конфликт с соседкой, когда узнала, что 58-летняя женщина якобы бросила в ее детей неизвестным предметом. По версии полицейских, столкновения между соседками достигли апогея и сопровождались взаимными угрозами, после чего одна из них пришла к дому другой и несколько раз выстрелила во входную дверь. Шериф округа заявил, что стрелявшая должна была обратиться в полицию, а не брать ситуацию в свои руки. Но, по словам адвоката семьи убитой, перед совершением убийства злоумышленница кричала на детей, выкрикивая расовые оскорбления. В настоящее время следователи собираются опросить несовершеннолетних, мать которых погибла из-за конфликта с их обидчицей. Сердце пожарного Дэвида Харта остановилось на 5 минут прямо на работе. О том, как его спасли после 8-го сердечного приступа, рассказало издание People. Члену пожарной бригады города Моргантон, Северная Каролина, стало плохо 26 мая. Он разворачивал шланг, чтобы потушить пожар. Его коллега Аманда Бафф оказала мужчине первую помощь, использовав дефибриллятор, и спасла ему жизнь. Цитирую, «Сердце остановилось на 5 минут, но они ощущались как вечность. Мы делаем это каждый день, имеем дело с инфарктами, но все совсем иначе, когда плохо кому-то из своих», призналась спасательница. Пережив 8-й сердечный приступ, Харт уже через 5 дней после случившегося выписался из больницы и вернулся к работе. Ну, в честь возвращения коллеги пожарная часть устроила торжественное построение. Давайте прервемся на рекламную паузу, после чего продолжим нашу передачу.